Теперь я доказательства про многообразие краем закончил. Сейчас без доказательств сообщу кое-какие вещи для общего образования. Доказательства несложные, но длинные, технические, поэтому я их пропущу. Я говорил, что почти вся наука про обычное многообразие переносится дословно на многообразие с краем, но, естественно, это очень неудобно каждый раз думать. Каждый раз какое-нибудь свойство, которое вам нужно, задумываться, можно ли его применять к многообразию с краем, или, если хотите доказательства, придется разбирать каждый раз случаи, отдельно там краевые точки, отдельно внутренние. Поэтому есть теоремы, которые позволяют, в общем, просто выводить формальное утверждение про многообразие с краем из утверждения про многообразие с краем. Во-первых, это конструкция воротника. Теорема о воротнике. Я ее сформулирую не в самом полном виде. Она говорит следующее, что можно взять любое многообразие с краем, можно к нему подклеить снаружи такой воротничок, край умноженный, вот здесь m, а вот здесь край умноженный на отрезок полуоткрытый. Вот. Что все это вместе будет гладким многообразием. То есть формально существует дифференциальную структуру на полуоткрытый. Но потом вы можете выкинуть. Существует дифференциальная структура на m объединенном, склеенном по краю с множеством dm крест полуоткрытый интервал. Дальше вы можете, скажем, до 1 и 2 это отсечь и взять увеличенное замкнутое многообразие. Вот можно еще там несколько утверждений. Например, если вы отсечете здесь воротничок любым уровнем, вот до 1 и 2, например, и замкнутый интервал возьмете, то оно будет диффеоморфно исходному. На самом деле можно и внутрь тоже отступить и сказать, что вот в этом увеличенном многообразии маленькая окрестность края диффеоморфна произведению m на отрезок открытый от минус единицы до единицы. Вот, если поверить в эту теорему, она верна, ее доказательство можно прочитать. Не очень сложное, но занудное. То тогда всегда можно считать, что есть некое обычное многообразие без края, вот это вот увеличенное, в котором край, ну вот наше, это просто какое-то подмножество, ограниченное под многообразием коразмерности 1. То есть все вопросы про многообразие с краем свести к вопросам о обычных многообразиях, в которых выделена гиперповерхность, то есть под многообразием меньше на единицу размерности. Есть вторая конструкция, ну я не буду все свойства вот этого увеличенного многообразия перечислять формально, в общем, там все, что очевидно кажется верным, оно верно. То есть топологический тип не меняется, если вы добавите кусочек воротника, ничего не происходит, все, в общем, хорошо. Вторая — это теорема об удвоении, ну не теорема, я думаю, даже следствие. На удвоение, значит, я напоминаю, что такое удвоение. Это, да, взяли две копии. М это, значит, М объединить М' с общим краем, где М' другая копия. Взять две копии, ну, там, скажем, М умноженное на 0 и М умноженное на 1, отождествить край, и получится из многообразия с краем, получится многообразие без края. Так вот, на нем тоже можно ввести гладкую структуру. Существует дифференциальная структура на удвоении. Тем самым она
это другая конструкция, которая сводит, ну, позволяет сводить все вопросы про многообразие с краю к вопросам про обычное многообразие. Эта конструкция уважает компактность. Этим она немножко лучше, чем просто приклеить воротничок. Из теоремы воротничке легко выводится теорема об удвоении. Надо взять, ну, вот один воротничок, другой воротничок. И отождествить, скажем, половинку одного, верхнюю половинку одного воротничка с нижней половинкой другого. Это отождествление будет гладкой подклейкой на открытых подмножествах, поэтому на объединении появляется естественная гладкая структура. Вот, ну, теорему о воротничке доказывать, я сказал, что доказательство никаких сложных вещей не содержит, но занудное. Локальная теорема о воротничке тоже, она гораздо проще, и она, по сути, следует сразу из определений. Потому что фактически, когда вы говорите о картах и гладких отображениях перехода между ними, вы всегда локально продолжаете эти карты на некий виртуальный кусочек дополнения. То есть вместе с каждой картой, вы, в каждой карте у вас есть вот этот локальный воротничок. И вы можете взять одну карту и подклеить маленький кусочек дополнения этого полупространства. И в других картах он тоже будет столь же хорошим. Это вот тот маленький кусочек, на который локально продолжаются все отображения перехода. Единственное, что надо предварительно сделать, ну, например, чтобы покрытие карты было локально конечным. Но это всегда можно. Вот. Так что локально с теоремой о воротничке проблем нет. А вот склеить эти маленькие локальные воротнички в один большой, ну, это некая работа, которая немножко занудна. Доказательство на этом... А, нет, я еще про ориентацию не сказал. Ох ты, черт, это больше, чем про край. Нет, еще рано заканчивать. Следующий параграф называется «Ориентация». И здесь, наконец, я смогу точно определить, что такое ориентированное и неориентированное многообразие. Помните, когда я говорил про поверхности, это было такое не полуформальность, некий суррогат формального определения был, неориентируемая поверхность, это та, которая содержит лист Мёбиуса. Но толку от этого мало, потому что проверить ориентируемость сферы по такому определению невозможно. То есть так или иначе, либо определение будет... Нет, сфера не содержит, конечно, лист Мёбиуса, но доказать это вот руками в лоб сложно. Но это... А в гладкой категории с этим гораздо проще определить, что такое ориентация, проверить, что такие многообразия ориентируемые, такие нет. И вот сейчас я про это поговорю. Есть два определения того, что такое ориентация. Первое определение, ну, давайте я зайду издалека. Для линейного отображения из РН в РН есть понятие, сохраняет оно ориентацию или меняет, невыраженного. Это, по-простому говоря, это определитель, положительный или отрицательный. Тем самым аналогичное понятие существует для дифеоморфизмов из одной области в другую. Значит, определение. Пусть имеются две области. Области. Областью давайте я... Слово «область» толкуется по-разному в анализе. Всегда это открытое подмножество, но часто оно нужно предполагается связанным. Давайте я здесь буду считать связанными все, чтобы не мучиться, чтобы не задумываться о том, что какие-то куски пошли так, какие-то так. Давайте, связанные. Ладно. Хотя нет, для определения это вообще-то не важно. Просто области открытые, и F из U в V, дифеоморфизм. Гладкое отображение с гладким обратным, это все в рамках обычного анализа, пока никаких многообразий нет. Так вот, F называется сохраняющим ориентацию. Если для любой точки x из области определения определитель производной больше нуля. И
он называется обращающим ориентацию или меняет ориентацию. Давайте обращает, чтобы главным определением, синоним меняет ориентацию, что он короче. Если то же самое, но определитель производной в каждой точке меньше нуля. Если области связаны, то всякий дифеоморфизм либо меняет ориентацию, либо обращает. Потому что определитель дифференциала непрерывен и в ноль не обращается. Поэтому его знак постоянен. Так что есть два типа дифеоморфизмов, по крайней мере, на связанных областях, которые сохраняют ориентацию, которые меняют ориентацию. Теперь, что такое ориентированное многообразие? Ориентация многообразия гладкого. Определение номер один. Их будет два, они будут очевидно эквивалентны. Ориентация гладкого многообразия M. Это атлас, состоящий из таких карт, что все отображения перехода между ними сохраняют ориентацию. Это атлас. Такой атлас. Ну или класс эквивалентности. Это, сейчас, кстати, ориентированный атлас. Ориентированный атлас. Максимально ориентированный атлас. А ориентированный атлас это такой, что все отображения перехода сохраняют ориентацию. Это дифеоморфизмы, поэтому к ним применимы дифеоморфизмы из областей ВРН. Это определение ориентации. Ориентация — это дополнительная структура. Значит, у вас есть гладкое многообразие, вы можете выбрать в нем ориентацию, если она есть, конечно, сказав, вот я вот эти карты выбираю, как называю их правильно ориентированными. Сохраняют ориентацию. То есть, главное, что надо знать, что ориентация — это дополнительная структура. Сначала у вас есть многообразие, дополнительно вы можете ввести на нем ориентацию. Вы можете выбрать один из атласов, который, ну или если они есть, конечно, хоть один. Один из атласов, которые удовлетворяют вот этому условию, что все отображения перехода сохраняют ориентацию. Среди таких атласов, ну, есть понятие эквивалентность, то есть то же самое отношение эквивалентности. И вы можете взять максимальный. И это вот каноничка. Либо сказать, что ориентация — это класс эквивалентности ориентированных атласов. А эквиваленция — это объединение. Их объединение тоже ориентировано. Это первое определение. По нему довольно трудно доказывать ориентируемость многообразия. Например, для сферы, ну, вам придется взять эти две стереографические проекции, что-то там посчитать, отображение перехода продифференцировать его и убедиться, что все получилось. На самом деле, поскольку сфера перепокрывается всего двумя картами и пересечение их связано, то она заведомо ориентируема. Вы первую карту оставляете как есть, а вторую смотрите, согласована она, отображение перехода от первой к второй, оно сохранит ориентацию или нет. Если нет, там просто отражаете относительно какой-нибудь гиперплоскости. Вот, так что при наличии всего двух карт со связанным пересечением можно вот не проверять в явном виде, сказать, что ну, если не получится, то поменяем знак в одной из карт. Вот, но в общем случае это, конечно, очень противно проверять такие вещи. Поэтому есть второе определение для гладких. А это определение можно обобщить на общетопологические многообразия. Для этого только надо сказать, что значит, что гомеоморфизм сохраняет ориентацию. Дать такое определение для областей в РН. Ну, можно дать такое определение. Для этого нужна теория гомологии.
Сейчас у меня нет возможности. А в двумерном случае легко дать. То есть маленькая окружность с центром в одной точке переходит в кривую, которая обматывается вокруг образа в положительном направлении. Значит, гомеоморфизм сохраняет ориентацию. Там нужно, конечно, проверять всякие корректности, но, в принципе, это не из соображений фундаментальной группы это все делается. А, нет, там нужно проверять самое главное, что образ, что при гомеоморфизме куска области в кусок области, окружность центром в точке получается, переходит в кривую, которая охватывает образ точки, а не лежит где-то в сторонке. И это сложно, это называется теорема. Да, это теорема Брауэра об инвариантности области, и она в размерности 2 ничуть не легче, чем в общем случае. Хотя, по крайней мере, я не слышал, чтобы у него было какое-то очень простое, короткое доказательство, ограничивающееся фундаментальной группой. Но она там очень близка к теоремам Жордана и прочим вот этим противным вещам. Доказывая теорему Жордана, вот или если попытаться элементарно, то рано или поздно можно прийти к успеху, приближая Ломанами там, и так далее. Там заодно и это докажется. Но лучше взять учебник теории по гомологии за такое же время получить доказательства еще кучей полезных вещей, чем приближать Ломанами. Ладно, то я сильно отвлекся. Второе определение ориентация. А, да, многообразие. Я продолжу термины, еще второе определение рано. Ориентированное многообразие. Это многообразие с ориентацией. Вот с этой дополнительной структурой, в котором выделен некий атлас. Естественно, карты из выделенного атласа называются правильно ориентированными картами. Я уже не буду это записывать. То есть в этом вот в смысле первого определения ориентированное многообразие – это многообразие, в котором выбрана вот такая дополнительная структура. А ориентируемое – это такое, на котором существует. Такое, что и на нем существует ориентация. Так, эти два слова будут прилагаться и ко второму определению точно так же. Мне нужно только будет сказать, что такое, собственно, вот ориентация. Теперь давайте вспомним, что такое ориентация векторного пространства. Ориентация векторного пространства – это тоже дополнительная структура на нем, которая состоит в выделении одного из двух классов базисов, между которыми отображение перехода имеет положительный определитель, а с другим классом отрицательный. Я хочу переформулировать это определение так, чтобы было удобно. Пусть x — это конечномерное векторное пространство. Над R, естественно, поскольку у нас геометрия. Значит, его ориентация – это отображение. Назовем его буквой, чтобы ни с кем не спуталось, tau, которая действует из множества всех базисов в множество из плюс и минус единицы и обладает такими свойствами, что одним свойством, собственно, для любых двух базисов B1 и B2 tau от B1 на tau от B2 равно определителю матрицы, знаку определителя. Знаку определителя матрицы перехода. От B1 к B2. Ну, это то же самое, понятно. Я вместо слова «выделим под множество» сказал, припишем каждому базису знак плюс или минус, так что он меняется в соответствии со знаком матрицы перехода. Просто это будет удобно для того, чтобы обобщать определение многообразия. Да, так вот, ориентация гладкого многообразия, ориентировать гладкое многообразие, это то же самое, что ориентировать каждое касательное пространство в каждой точке. При этом так, чтобы локально
это было, ну, были локально, это было естественно, согласовано. Каждая, чтобы она не менялась скачкообразно, то есть непрерывно она должна меняться. Значит, итак, теперь определение ориентации. Пусть тем гладкое многообразие. Давайте через B красивое от M назовем, обозначим множество всех его базисов, всех касательных пространств. То есть это формально, это объединение по всем точкам P. И в каждой точке мы берем всевозможные базисы касательного пространства. Этот, вот это вот B красивое от M лежит как под, ну пусть оно размерности N, оно лежит как подмножество в чем? В прямом произведении Tm на Tm и так далее на Tm, которое имеет топологию. Поэтому я могу говорить о непрерывных функциях на этом пространстве базисов. Нет, ну оно имеет какую-то размерность, это 2n. Здесь n множителей. Значит, что такое базис? Это набор векторов. Первый вектор лежит в tm, второй вектор лежит в tm. Они, это не просто какое-то подмножество, а еще такое, что у точка приложения, у первого вектора, у второго и третьего и так далее одинаковые, плюс еще они линейно независимы. Ну, в общем, некое подмножество. Значит, это вот включение мне нужно только для того, чтобы, чтобы сказать, что это B от M имеет на себе топологию, естественно. Вот она оттуда берется. Так вот, ориентация. Это непрерывное отображение. Непрерывное отображение из множества Тау, давайте тоже его называть, из B от M в плюс-минус 1, которая на каждом, над каждой точкой T обладает вот тем свойством, то есть является ориентацией касательного пространства. Такое, что для любой точки P вот это давайте назовем B красивое с индексом P от M, базисы в одной точке, ну, чтобы не писать длинную формулу. Значит, вот это тау, суженное на B красивое в точке P. Вообще в многообразиях обозначения всегда такие. Когда у вас есть глобальный объект, и вы хотите, ну, он получен объединением чего-то по всем точкам, то вот эту точку пишут внизу индексом. Это почти всегда. Так, значит, это ориентация. Касательного пространства M. Все так. Чтобы ориентировать многообразие, это то же самое, что ориентировать ему каждое касательное пространство. При этом вот эта зависимость ориентации от точки должна быть непрерывной. Все. Конец определения. Так, упражнение формальной логики. Ориентация точки — это что такое? Точка — это нульмерное многообразие, R0 — это точка 0. Касательное пространство — то же самое R0. Давайте дальше раскручиваем. Базисы какие у нульмерного векторного пространства? Ну, пустое множество является, да, в нем один единственный базис, пустой базис. Замечательно вообще. Нет, никто никуда не перемножается. Это значит, это включение, забудьте, оно только для того, чтобы имело смысл слово непрерывность. Ну, видимо. Так. Есть две функции. Да, на точке есть две ориентации, среди них, и они отличаются друг от друга. Одна — это образ пустой базис объявляется положительно ориентированным, другая — пустой базис является отрицательно ориентированным. То есть ориентация точки — это число плюс или минус один. Вот это единственный случай, когда есть какая-то ориентация, ну, когда есть отличие между разными ориентациями. Например, Rn при n больше нуля
оно ориентируемо, но две ориентации, они неотличимы, пока вы не сказали, какая система координат у вас выделена. Естественно, РН покрывается одной картой. Вы можете сказать, что эту карту мы объявляем правильно ориентированной. Касательное пространство тоже все отождествляются с РН вот по второму определению. Это определение 2. Вот, тоже можете сказать, что в стандартный байс объявляем правильно ориентированным, но вообще нету никаких причин стандартный байс предпочитать кому-нибудь другому, правда? Например, если это не РН, а плоскость, косо лежащая в R3, то там уже нет никакой канонической ориентации. То есть формально можно сказать, что многообразие размерности больше нуля диффеоморфно своему перевернутому, то есть с противоположной ориентацией, а точка нет. Вот есть две ориентированные точки и только одна ориентированная окружность, точка доориентированная, где диффеоморфизм. Такая вот ерунда. Ну ладно, это было упражнение формальной логики, а теперь давайте убедимся, что два определения эквивалентны. Ну, формально, теперь, если опять вернуться к формальной логике, конечно, они не могут быть эквивалентны, потому что здесь ориентация — это множество, а там ориентация — это отображение. Совершенно разные вещи. Ну, в общем, ну, они эквивалентны в том смысле, что между ними есть естественная биекция между ориентациями в первом смысле и ориентациями в втором смысле. А именно, если нам дана ориентация в первом смысле, то мы можем ввести ориентацию во втором смысле так. Мы объявляем положительными те базисы касательных пространств, которые при выделенных картах, при дифференциалах выделенных карт, переходят в правильные базисы РН. В положительно ориентированные базисы РН. Что-нибудь надо проверять тут? Ну, непрерывность надо проверить, но она тривиальна. Поскольку непрерывность проверяется в координатах, а в качестве координат можно взять ту самую карту, ну, корректность надо проверить. Если есть многообразие, на нем в касательном пространстве выделен какой-то байс, и две карты, между которыми сохраняющая ориентацию отображения перехода, ну то, конечно же, этот базис здесь и здесь перешел в одинаково, потому что этот переходит в этот как раз дифференциалом отображения перехода. Вот, так что отображение корректно, непрерывность его проверять, ну, ничего не стоит, потому что непрерывность проверяется в картах, а в качестве карты мы можем взять, ну, вот ровно ту карту, которую мы брали для определения. Там просто будет обычная ориентация РН. РН, конечно, ориентирована, очевидно. Обратно. Если у нас ориентировано каждое касательное пространство, то давайте рассматривать только карты со связанными областями определения. И мы скажем, что данная карта входит в ориентированный атлас, если она правильный положительно ориентированный байс переводит в положительно ориентированный. Это понятие по непрерывности будет внутри карты сохраняться. Выбираем карту. Нам нужно, требуем, чтобы область определения была связанной. Ничего не стоит такое требование наложить. Ну, в смысле, что такие карты образуют атлас. Покрывают все. Можем потребовать, чтобы это было диском топологическим. Ничего от этого плохо не будет. Нам нужно сказать, считаем мы эту карту правильно ориентированной или нет. Так вот, считаем, если образ правильного базиса, любого в любой точке, будет правильно ориентированным. От точки и от базиса это не зависит по непрерывности. Когда вы двигаете точку, сохраняя, скажем, координаты базиса, его положительность или отрицательность в образе не меняется, потому что определитель непрерывная функция, и в ноль он не обратится. Потому что это базисы. Аналогично определяется понятие отображения между диффеоморфизмом, между многообразиями сохраняет ориентацию. Я уже не буду. Вот, скажем, во втором смысле. Диффеоморфизм сохраняет ориентацию, если правильный базис переходит в правильный. Тут можно сказать, что мы карту называем правильной, если она в этом смысле сохраняет ориентацию. Очевидно, это биекция между ориентациями в первом смысле и ориентациями во втором.
Поэтому, в общем-то, любое определение можно использовать, но я буду концентрироваться на определении 2, оно технически удобнее. Определение 1, ну, его многие считают основным, и в общем, в чем-то они правы, потому что оно и в негладкой топологии тоже есть. А касательных пространств негладкой топологии нет, и ничего подобного никаких таких слов сказать не получится. Значит, если у вас есть только определение, то проверить ориентируемость или неориентируемость пока несколько затруднительно. Ориентируемость – это явная конструкция, особенно по второму определению. Ну, как-то более-менее можно себе представить, более-менее обозримый объект, множество всех базисов, всех касательных пространств, как-то, наверное, можно. Попробуйте на этом языке ориентировать сферу. Давайте вот я сделаю перерыв, а вы можете подумать, как на этом языке ориентировать обычную двумерную сферу. Так, ну что, нет ли каких-то идей, как ориентировать сферу, пользуясь определениями? Нету? Нужно взять этот, чтобы вектором дополняющим до правильно ориентированного был вектор... Да, очень хороший способ, да, кстати. Да, он работает для любого края. Но я попозже про это поговорю. Сфера — это край шара. И аналогично определяется ориентация края, любого ориентированного многообразия с краем. Но я вернусь к этому позже, да. Это вот такая простой и надежный ход. И сначала я какие-то более общие слова скажу, откуда, как можно ориентации задавать. Есть такой прием: задать ориентацию в одной точке, то есть ориентацию касательного пространства в этой точке, и затем разнести ее по всему многообразию. Может не сойтись, может не сойтись. Но если сошлось, то ориентация многообразия у вас получилась. Если не сошлось, значит, она неориентируема. Вот сейчас я про это поговорю. Значит, маленький подзаголовочек: перенос ориентации вдоль пути. Я буду рассматривать многообразие. Вот это наше многообразие. На нем пусть есть точка P, точка Q, и они соединены какой-то кривой гамма. Считаем гладкое многообразие. P и Q какие-то точки. Из M. И гамма – это путь, пусть он параметризован отрезком AB, начало в точке P, конец в точке Q. Вот я сейчас определю понятие перенос ориентации вдоль пути. Давайте назовем это теоремой. Пусть tau 0 – это какая-то ориентация, одна из двух касательного пространства в точке P, тогда существует единственное непрерывное семейство tau t, где tau t – это ориентация касательного пространства в точке гамма t. Вот, то есть можно нести непрерывным образом, единственным способом, вот это вот разбиение базисов касательного пространства на две категории, положительные и отрицательные. Если вы задали ориентацию в точке P, ее можно отнести в другую точку вдоль любого пути. Вообще говоря, результат зависит от пути. Но если путь зафиксирован, то существует единственное. Значит, упражнение вам остается сформулировать, что значит семейство ориентации непрерывно. Каждый в меру своей испорченности может... Ну, давайте я такое предварительное определение, не предварительное, а удобное мне скажу. Если вам оно не нравится, придумайте другое и докажите эквивалентность. Что если у вас есть непрерывное семейство базисов, то... непрерывное семейство базисов, но вот у нас есть пространство всех базисов, приложенных во всех точках.
И в нем есть непрерывное параметризованное вот этим параметром t семейство. Как такое, что базис номер t приложен именно в точке гамма t. То тогда на них ориентация постоянна. Вот я такое определение непрерывности. И первое, что мне нужно, это сказать, что такие семейства существуют. Что можно начать с базиса в точке p и протащить его. Здесь уже единственности речи никакой нету, естественно. Протащить его непрерывно в точку q, сохраняя то, что он базис. Лемма. Ну и, собственно, она все доказывает. Существует непрерывное семейство. Здесь уже нет вопросов о том, что такое непрерывное BT, где BT — это базис в касательном пространстве в точке гамма t. Значит, базисы у меня все пронумерованы, иначе об ориентации нет смысла говорить. И непрерывность семейства базисов, но это означает, что там первый вектор является непрерывной функцией от времени, второй вектор является, и в каждый момент времени это базис. Вот. Все очень просто. Доказательство тривиальное почти. Давайте воспользуюсь компактностью, покроем наш путь. Я рисую его не самым пересекающимся, на самом деле это не важно. Значит, покроем каждую точку пути координатной окрестностью, областью определения карты, которая при этом еще и связана, ну, координатным шаром, например. Выделим конечное подпокрытие по компактности и отметим набор, разобьем отрезок на такие кусочки, ну вот область определения мы разбиваем, так, чтобы каждый интервал пути лежал в одной такой карте. Короче, по компактности, ну и можно еще на Лему-Лебега сослаться, если очень хочется, можно разбить исходный отрезок на конечное число интервалов, образ каждого из которых при отображении гамма, гамма ведь это отображение, лежит в одной координатной карте. И такую координатную карту зафиксировать для каждого отрезка. Дальше начнем с любого базиса в точке P. Воспользуемся первой картой. Она отправляет вот эту область в какую-то область в Rn. Там получается какой-то кусочек пути и в начальной точке какой-то базис, ну, какие-то координаты исходного выбранного базиса. Давайте сохраним, просто выберем семейство базисов с постоянными координатами. Параллельно как бы перенесем в этой карте. Значит, на первом этапе от первой точки до второй мы просто объявляем базис номер t. Этот базис, который имеет те же координаты, что и изначально выбранный. Ну вот на первый отрезочек я продолжил, на второй аналогично. По индукции строим такое продолжение. Если в начальной точке байс какой-то выбран, то мы можем непрерывно его продолжить на достаточно короткий отрезок, например, взяв байс с постоянными, просто постоянные функции в координатах, в картах. Понятно? Вот, ну теперь мы строим перенос ориентации, возьмем любой базис в начальной точке, воспользуемся этой леммой, получим семейство базисов и скажем, что определим ориентацию в момент t следующим образом: знак нашего базиса в момент t равен его знаку базиса в момент времени 0, который нам дан, да, изначально. Это конструкция. Ну, надо доказывать, во-первых, что она корректно определена, и, во-вторых, что она единственная. Ну, действительно, давайте возьмем другое семейство базисов. Убедимся, что результат будет тем же самым. Но если есть два семейства базисов, они оба непрерывны, давайте рассмотрим отображение матрицы перехода между ними. Это просто матрица, уже никаких многообразий нет. Это просто набор чисел, корректно определенный, каждый. Он непрерывно зависит от времени, от параметра кривой. Ну, потому что
Ну, потому что матрица перехода, она как-то алгебраически выписывается в координатах, да? Если... Вот, поэтому знак и она не вырождена, потому что это переход от байса к байсу, а не что попало. Поэтому знак определителя постоянен. Таким образом, выбрав другое семейство байсов, мы придем к тому же самому ответу. То есть к той же самой ориентации в точке Q и вообще в любой точке. Ну, единственное, очевидно. Если у нас есть семейство таких байсов, то мы не можем никак по-другому определить ориентацию, кроме как сказать, что ориентация непрерывного семейства байсов обязана сохраняться, правда? Вот. Все, доказали. Эта операция называется переносом ориентации вдоль пути. Особый интерес представляет, да, следствие из теоремы. Пусть тем связано, тогда на нем существуют, тогда, если оно ориентируемо, то существует ровно две ориентации. Можно ориентировать одним способом, можно перевернуть. То есть бывают неориентируемые многообразные, их ноль ориентаций, но если уж хоть одна есть, то их ровно две и не больше. Значит, ну, понятно, две есть, потому что возьмем одну, она есть, потому что многообразие ориентируемо, и перевернем. Возьмем вместо отображения тау, отображение минус тау. Это другая ориентация, она всем свойствам удовлетворяет, но не совпадает с первой. Почему больше нет? Ну, потому что возьмем любую точку, в ней ровно две ориентации. Возьмем, поскольку многообразие связано, оно линейно связано, и в любую другую точку можно пойти по пути. По пути, вдоль пути ориентация переносится однозначно. Если у нас есть непрерывная ориентация всех касательных пространств, естественно, в сужении на любой путь она тоже будет непрерывной. Вот, поэтому все. Дальше. Тут особый интерес представляет случай, когда гамма – это петля. Тогда мы можем перенести ориентацию, начать с какой-то ориентации в начальный момент, пронести ее и сравнить, то же самое получилось или нет. Вот если получилось не то же самое, то такой путь, петля, называется дезориентирующим циклом. Дезориентирующий цикл. Это петля. Такое, что перенос ориентации вдоль нее. Значит, петля такая, что выполняется следующее условие. Пусть тау с индексом t — это петля гамма из отрезка от А до Б в многообразие. Такая, что пусть тау от Т — перенос ориентации вдоль гамма. Любой из двух. Он один. Сейчас нет, их два, потому что в начальный момент два. Вдоль гамма. Такая, что... Верно, следующее свойство. Пусть тау Т перенос, тогда тау А равно минус тау Б. Вот так. Ну, понятно, переносов ориентации их два, да, он зависит от того, какую вы выбрали в начальный момент. Но ясно, что условие того, получилось, что получилось не то, что в начале, а минус то, что в начале, оно не зависит от того, с каких двух вариантов вы начали. Так же, как в обычной линейной алгебре, на векторном пространстве есть две ориентации, но отображение есть понятие «сохраняете ориентацию или меняете», которое не зависит от никаких вспомогательных выборов. То есть, чтобы сказать, правильный байс или нет, вы должны сделать некий выбор, заранее объявить, что какие-то байсы считаются положительными, какие-то отрицательными.
А если у вас есть биекция, линейная биекция из пространства в себя, то к ней прилагается автоматически понятие, сохраняет она ориентацию или нет. И вам для этого не нужно выбирать, какие байсы положительные. Понятное определение, да? Теорема многообразия ориентируема тогда и только тогда, когда у нее нет таких циклов. М ориентируема, когда и только тогда нет дезориентирующих циклов. Ну, во-первых, если такой цикл... Ладно, запишите формулировку. Начнем вот сюда. Если оно ориентируемо, почему нет дезориентирующих циклов? Ну, возьмем любой цикл, перенесем вдоль него ориентацию. Ну, начнем с правильно ориентированной, с той ориентации, которая дана на многообразие. В начальный момент перенесем, она в каждой точке по непрерывности будет совпадать с той ориентацией, которая есть на многообразии. Перейдем в конце, она опять совпала. То есть, если на многообразии есть глобально введенная ориентация, то перенос ее вдоль пути ее не меняет по непрерывности, потому что там все два значения в каждой точке перескочить не может. Вот, короче, очевидно. Обратно. Пусть нам дано, что нет дезориентирующих циклов, тогда первым делом мы заметим, что перенос ориентации вдоль пути не зависит от пути. Первое наблюдение. Перенос ориентации не зависит от пути. Имеется в виду следующее, что если есть два пути, соединяющих одну и ту же пару точек, и вы начали с одной и той же ориентации в точке P, но перенесли ее по двум путям, то в конце вы получите одно и то же. Почему? Потому что если бы получилось разное, то мы пошли бы по циклу вот так. И это был бы дезориентирующий цикл. Очевидно, да? Теперь мы определяем, мы должны доказать, что многообразие ориентируемо. Для этого мы должны просто построить его ориентацию, хоть одну. Для этого мы начинаем с какой-то, фиксируем точку P, пусть оно связано. Ну, каждую компоненту отдельно, естественно, можно ориентировать. Давайте возьмем, введем ориентацию на одной компоненте, все вместе. Ну, просто каждую компоненту. Чтобы ориентировать многообразие, достаточно ориентировать одну каждую компоненту. Так что можно считать, что многообразие связано. Следовательно, линейно связано. Давайте выберем точку P. Я вот с пустым множеством не знаю. Давайте считать, что оно еще не пусто. Что-то мне не хочется сейчас упражнений формальной логики. Так, дезориентирующих циклов в нем нет. Ладно. Давайте, пусть не пусто. Видимо, ориентируем. Да, пустое множество, наверное, ориентируем. Да, ориентируем, конечно. Ну ладно, упражнение, короче, разберите этот случай. Так, значит, есть точка в нем. Выберем так одну точку, назовем ее P. Зафиксируем какую-нибудь одну из двух ориентаций касательно пространства. Тау с ноликом – это ориентация касательно пространства в точке M. И ориентацию в любой другой точке мы определим переносом вдоль пути. Значит, для Q, точки Q из M, ориентация касательного пространства в точке Q, ну, это перенос. Это корректно, потому что не зависит от пути по предыдущему наблюдению. Осталось проверить, что это непрерывно. Ну, давайте в окрестности точки Q посмотрим на эти ориентации. Каждую точку возьмем маленькую координатную окрестность, скажем, там связанную в области определения карты. И заметим, что в каждую точку Q' из этой карты, ну, пусть она просто шар в координатах,
И в каждую точку мы можем из Q, из P добраться по специальному пути, который идет сначала в Q, а потом по отрезку, координатному отрезку. Мы можем считать, что в каждую точку из этой окрестности мы шли по пути, который вначале идет в точку Q. Поэтому ориентация в точках этой окрестности получается просто переносом из точки Q по отрезку. Ну, отсюда ясно, что в координатах это постоянная ориентация, следовательно, непрерывно. Ну, а теперь можно разобраться с ориентацией, с примерами. А именно со сферой вроде разобрались. Да, есть такая понятная конструкция. Есть радиальный вектор. Мы добавляем, чтобы проверить правильность базиса, мы добавляем к нему, ну, например, в начало радиус вектор. Ну, или касательный вектор, идущий наружу, например. И говорим, что знак касательный базиса к сфере равен знаку вот этого базиса в объемном пространстве. Ну, давайте, значит, сфера ориентируема, короче. Касательный вектор наружу? Ну, радиус вектора, это же касательный вектор наружу. Ну, можно внутрь, можно приписывать сначала, можно в конец. Неважно, любая каноническая конструкция, которая, как, где вы не меняете свое мнение от точки к точке, в каком порядке их перечислять и куда направляется дополнительный вектор, она будет непрерывной автоматически. Так что сфера ориентирована. Давайте продумаем про проективную плоскость и вообще проективное пространство. Пример. Давайте я уж... Ну, сфера SN ориентируема. А вот РПН. РПН, оказывается, оно ориентируемо ровно в нечетных размерностях. Тогда и только тогда, когда N нечетно. Ну вот, например, РП1. Вообще, что такое РПН? Это проективное пространство. В топологии удобно говорить, что это не множество прямых, проходящих через ноль, а сфера, профакторизованная по отношению противоположности. Ну, совпадение или противоположности. Вот. В размерности 1, если вы факторизуете окружность, вы получаете тоже окружность. Ну, как бы окружность так два раза наматывается на свой фактор. И видно, что она ориентируема. Ну, та же самая сфера, в общем. В одномерном случае, ну, все одномерные многообразия ориентируемы, потому что их классификация известна. Они все либо отрезки, либо окружности, либо там прямые, и в каждом случае вы просто можете предъявить ориентацию. Вот, значит, РП1 ориентируем. РП2, ну, уже не так понятно, почему оно не ориентируем. Это как бы вот наивное, можно говорить про лист Мёбиус, тролли-вали, но... В РП3 оно опять ориентируемо. Вот давайте я сейчас это объясню. Почему в нечетной размерности можно ориентировать проективное пространство? То есть, как только вы увидели одномерный пример, у вас должно возникнуть понимание, что тут, наверное, дело в четности, размерности. Либо уж всегда неориентируемо, либо это зависит от четности. Как-то непонятно, откуда мог бы еще другой вариант ответа возникнуть. Да, так вот, ориентация РПН при нечетных N приходит из ориентации сферы. Давайте заметим, что отражение из Rn плюс 1 в Rn плюс 1 сохраняет ориентацию. Потому что n плюс 1 четно у нас сейчас. Мы этот случай рассматриваем. Да? Сейчас нечетномерное проективное пространство, фактор нечетномерной сферы, который лежит в четномерном пространстве. Рассмотрим вот это четномерное пространство Rn плюс 1, в котором лежит сфера отображения минус, ну, который x переводит в минус x, сохраняет ориентацию. Следовательно, оно сохраняет ориентацию сферы. Потому что ориентация сферы, она определена с помощью объемлющего пространства. С помощью ориентации Rn. Значит, оно минус из Sn в Sn тоже сохраняет ориентацию. Поэтому оно индуцирует ориентацию на проективном пространстве. Компактно, конечно, это образ. Фактор компактного всегда компактный, потому что это непрерывный образ. Непрерывный. Значит, оно индуцирует ориентацию. Что такое точка проективного пространства? Это пара точек на сфере.
Да, карты на проективном пространстве устроены как? Они, надо взять две симметричные друг другу карты сферы, ну вот и они дают карту проективного пространства. Любая, вообще любая карта сферы, которая, область определения которой не пересекается со своей центральной симметричной зоной, дает карту проективного пространства, потому что отображение наше является накрытием. Да. Что? Ну, как только... Это не то, не, нет, просто через фактор, что значит, пропустить. Я именно это и хочу сказать. Значит, есть отображение сферы в плоскости, оно накрытие гладкой локальной диффеоморфизмом. Наверху вот, вот сфера, а вот тут проективная РПН. У каждой точки два прообраза. У каждого базиса значит, два прообраза, здесь и здесь. И они одинаково ориентированы, потому что отображение минус сохраняет ориентацию. Поэтому, ну вот... Определяем ориентацию базиса в проективном пространстве, просто как любую ориентацию любого из двух его прообразов, она одинакова, потому что симметрия сохраняет ориентацию. Понятно это? Почему в нечетномерном случае, то есть наоборот, в четномерной, в части в проективной плоскости, неориентируемо проективное пространство? Потому что можно предъявить дезориентирующий цикл. Это цикл, идущий на сфере, это образ при факторизации половинки диаметра, половинки большого круга. Почему он дезориентирующий? Да потому что отображение минус в нашей ситуации меняет ориентацию. Да, если вы понесете на сфере базис вдоль полукруга, то вы придете к базису, который ориентирован точно так же в смысле ориентации сферы. Но при склеивании, при факторизации он поменяет ориентацию, потому что отображение минус. То есть вы можете сказать так, мы прошли по этой половинке, а затем сделали отображение минус, которое на проективном пространстве тривиально. И этот обнос... Обход по этому циклу меняет ориентацию. Ну, а раз есть дезориентирующий цикл, значит, многообразие неориентируемо. Вот с этим. Ну, аналогично для листа Мёбиуса очень легко понять. Как только вы, ну, в общем, в зависимости от того, сколь формально он у вас определен, столь же формально вы и докажете, что он неориентируем. Лист Мёбиуса, он содержит себе центральную окружность и набор отрезков, которые значит, как-то примыкают к этой окружности, ну и вот между собой склеиваются как положено. Ну и обход по этой центральной окружности легко протащить базис. Ну, собственно, если вы сказали, что лист Мёбиуса – это результат склейки прямоугольника, то автоматически видно, как там перенести, удобно перенести касательный базис, чтобы он и увидеть, что он перевернулся. Так, это были примеры. Теперь обещанная теорема, это единственная, наверное, конструкция. Давайте еще произведение я не сказал. Две простые конструкции. Теорема 1. Произведение ориентируемых многообразий ориентируемо. Есть много конструкций. Вообще категория ориентированных многообразий, она столь же богата конструкциями, что и просто категория многообразий. Каждая конструкция, а в обычном смысле почти каждая, может быть перенесена с дополненной ориентацией. Произведение ориентируемых многообразий ориентируемо. Ну, доказательство, пусть M и N – это наше многообразие. Рассмотрим M крест T, в нем точку с координатами x, y, где x из M, y из N. Определим касательную ориентацию касательного пространства в точке x, y. Ну, скажем, что базис, которого первые M векторов горизонтальные, то есть лежат в таком слое, а оставшиеся вертикальные, правильно ориентирован, если... ориентирована правильно каждая из частей. То есть определим сначала ориентацию на подмножестве базисов.
заметим, что касательное пространство в точке xy к прямому произведению раскладывается, ну, канонически. А если обе неправильны, то... Да. Значит, для того, чтобы завести ориентацию, нам нужно указать ориентацию только одного базиса. Вот выберем один и такого, значит. Заметим, что касательное пространство к произведению, оно естественно изоморфно прямой, ну, прямому произведению, наверное, все-таки. Txn. Tyn. Вот эта часть, она появляется как касательное пространство вот к горизонтальному такому подмногообразию, а это как касательное пространство к вертикальному. То есть в каком-то смысле это прямая сумма. То есть они там видно, как это ождествляется. Ну, а формально можно сказать, что всякая кривая здесь раскладывается в две координатные кривые, значит, у каждого касательного вектора появляются горизонтальные компоненты и вертикальные. Вот, объявим базис, ну, рассмотрим специальные базисы, у которых первые m векторов лежат в первом множителе, а остальные во втором. И для такого пусть v1, vm, это базис txm, w1 и так далее, wn, то же самое с tyn, мы объявляем ориентацию. Тогда мы можем, ну, мы как бы можем их, я считаю, что это прямая сумма, то есть они оба одновременно лежат и здесь. Давайте рассмотрим байс, получаемый их просто перечислением по порядку. Сначала v-шки, потом w-шки. И положим по определению ориентацию этого базиса, равной произведению ориентации, которая была в m у начального набора векторов, умножить на ориентацию, которая была в n у последнего набора. Так. Это определение корректно. Сейчас, подождите. Значит, это я определил значение плюс и минус не для всех базисов, а только для вот такого вида, где сначала идут горизонтальные векторы, а потом вертикальные. Бывают базисы, в которых вообще ни один вектор, ни горизонтальный, ни вертикальный. Да? Заметим, что при переходе от одного такого базиса к другому знак ведет себя правильно. Ну, потому что матрица перехода состоит из отдельно матрицы перехода для первого куска и отдельно для второго. Поэтому, ну, определение в этом смысле согласовано само собой, с самим собой, и автоматически определяет ориентацию для всех байсов, не только вот для этих специальных. Понятно, да? Значит, мы определили ориентацию в каждую точку, но непрерывность ее более-менее очевидна. Непрерывность ориентации достаточно проверить, во-первых, локально, во-вторых, на одном семействе базисов, которые непрерывно идут из одной точки в другую. В координатах это просто постоянная ориентация, правда? В координатах ориентация — это просто постоянная функция, которая каждому базису ставит соответствие плюс или минус, и от точки приложения не зависит требование непрерывности. Но локально произведение... Произведение, значит, тоже будет локально-постоянная функция в координатах. В координатах, которые, ну, вот, уважают разложение на множители. И теорема вторая – это край ориентированного многообразия. Тоже ориентируем. Ну, доказательство уже звучало. Теперь я его формальнее повторю. Значит, пусть нам дано... Доказательство. Пусть нам дано это многообразие M с краем, и пусть на нем дана какая-то ориентация. Ну, tau M. Ориентация M. Я хочу, пользуясь ей, задать какую-то ориентацию на краю. Делаем это так. Берем любую точку P на краю. Берем любой базис v1 и так далее, пусть размерность его равна, ну, допустим, m.
Тогда мне нужен для тем минус один вектор для построения базиса на краю. Это будет базис TPDM. И мне нужно определить, положительный, ну, или отрицательный. Давайте я построю вектор V, касательный вектор, идущий наружу. Слово «наружу» гораздо надежнее, чем плюсики и минусики, потому что никто не помнит, кто плюсик, а кто минусик. Я тоже, в общем, не помню, и иногда удобнее так, и иногда удобнее эдак. Это никаких причин именно внутреннюю часть считать положительной нету. Может, наоборот, она отрицательная. Значит, идет наружу. Да, так вот, мы просто полагаем по определению ориентацию нашего базиса. V1 и так далее, V-1 равная ориентации относительно объемлющего пространства базиса, в котором в начало дописан V. Немножко неестественно. Можно как-то, во-первых, просится дописывать в конец, рука просит писать в конце, а еще почему вектор наружу взял, а не внутрь, тоже странное. Но этот выбор, он согласован с формулой Стокса, которая у вас будет на анализе. Поэтому пусть будет он. Не начинали еще интегрирование дифференциальных форм? Ну, в общем, там будет некая замечательная формула такая. Обобщенная формула Ньютона-Лейбница для интегралов не по отрезкам, а по чему угодно с краем. Интеграл чего-то по внутренности всегда равен интегралу чего-то, связанного с ним по краю. Ну, вот как в Ньютоне-Лейбнице. Разные значения на краях – это как бы интеграл по тривиальной мере какой-то. Значит, функция на краю равен интегралу производной по внутренности. То же самое, ну, не то же самое, а правильное обобщение верно для любых ориентированных многообразий с краем. Да, так вот, там вот... Ну, естественно, другие любые другие варианты тоже подойдут. Да, итак, это формула. Почему она вообще корректна? Первый вопрос. Во-вторых, почему она непрерывна? То есть, почему я таким способом корректно заориентировал касательное пространство в одной точке? Первое, что надо спросить. Второе, почему в целом это будет ориентация края, то есть будет непрерывно зависеть от точки. Ну, давайте посмотрим на корректность. Где тут может быть что-то некорректное? Есть разные варианты выбора V, и надо проверить, что, заменяя базис, знак его будет меняться правильно, то есть в соответствии с определителем матрицы перехода. Ну, во-первых, если я выберу другой вектор в качестве вектора, идущего наружу, то это означает, что я сделал замену координат с матрицы перехода такого типа. Ну, первый вектор, здесь стоит что-то положительное, да, раз он по-прежнему остался торчать наружу. Наружу — это значит влево в координатах. Здесь неизвестно что в первом столбике. Сейчас. Ну, какие-то числа, которые ни на что не влияют. Здесь по диагонали единички, все остальное нули. То есть, если я поменял только первый вектор, то новый первый вектор выражается через старый базис так. Нужно его умножить на какое-то число положительное и прибавить какую-то линейную комбинацию касательных векторов к краю. Ну, вот я это и выразил. Ну, у этой матрицы определитель положителен. Здесь положительное число, здесь единички. Ничего, кроме диагонали, на базис не влияет. На определитель не влияет. Вот. Поэтому от выбора вот этого вектора, идущего наружу, ориентация не зависит. Можно так сказать, любые два вектора, идущие в одно полупространство, соединимы непрерывным, просто линейным семейством, в процессе которого базис остается базисом. А ориентация, поскольку она принимает два значения непрерывно, тоже не меняется. То есть можно не лезть в эти матрицы, считай, и в определители, а просто пользоваться непрерывностью. Так... Ну, теперь почему оно непрерывно? Ну, давайте рассмотрим в карте, почему, если мы непрерывно
берем локальное непрерывное семейство базисов касательных к краю, то их ориентация, построена таким способом, будет постоянно. Ну, потому что мы имеем право в качестве дополнительного вектора выбрать фиксированный вектор, скажем, в координатах, имеющий минус один и кучу нулей. Зафиксируем карту и скажем, что поскольку все определение корректно, мы имеем право выбирать любой вектор. Выберем, вот пока мы находимся в этой карте, будем выбирать вектор с фиксированными координатами. Минус 1, 0, 0, 0. Тогда по непрерывно, он непрерывно, поскольку это константа, то он непрерывно зависит от точки. И вот эта правая часть, следовательно, будет непрерывно. Короче, локально мы можем внешний вектор выбирать непрерывно. Вот в чем идея. На самом деле и глобальный его можно выбрать непрерывно, но здесь не нужно это доказывать. Можно, пользуясь разбиением единицы, построить глобальную функцию, которая к каждой точке ставит соответствие вектор, идущий наружу. Но здесь это сложнее, чем вся эта теорема и все остальные теоремы в этом параграфе. Так. Я, похоже, не успеваю сегодня закончить, хотя... Да, вот эта конструкция называется каноническая ориентация края. И смысл в том, что она как-то связана с ориентацией внутри. Вот, например, если вы рассматриваете цилиндр как многообразие с краем, то есть окружность, умноженную на отрезок, у нее две компоненты края, на каждой из них, если бы мы не рассматривали ее как часть цилиндра, можно вводить ориентацию независимо, поэтому у нее четыре ориентации. Вот у объединения двух окружностей. Есть четыре способа ориентировать. Одинаково, ну, каждую из них двумя способами выбрать направление обхода. А если мы рассматриваем только ориентации, согласованные с ориентацией цилиндра, то их остается только две. Есть две ориентации цилиндра, с каждой из них согласована одна. И если вы внимательно посмотрите, то это такие ориентации, где верх и низ ориентированы в разные стороны. Направление. В одномерном случае ориентация просто направление обхода. Вот все направления разделены на... Все векторы разделены на положительные и отрицательные. То есть как бы у вас есть направление обхода. Вот ориентация края цилиндра, правильная, согласованная с внутренностью, она всегда такая. Либо наоборот, но... Другие два варианта не подходят. Последнее, что я хочу сказать про ориентацию, это конструкция ориентирующего накрытия. И это следующая просто явная конструкция. Пусть тем любое многообразие, просто гладкое многообразие. Ну, хотите с краем. Я предпочитаю без края. Это не та часть, в которой край может сыграть роль. Значит, пусть всем гладкое многообразие, хотите с краем, хотите без. Я построю накрытие, двулистное накрытие. Букву P из некого M с волной в M. Таким способом. М с волной – это множество всевозможных пар P, tau, где P – это точка, а tau – это одна из двух ориентаций, просто абстрактный объект. Ориентация касательного пространства в этой точке. На каждом касательном пространстве в точке всегда есть две ориентации. Я сейчас не задумываюсь о том... Нет. Это пока просто множество. А, прекрасно. Значит, у каждой точки есть два... Да, есть это... Ой, так, буква P занята, это X. X из M. И здесь X. Да. Буква P была для накрытия, а тут вдруг... Значит, над каждой точкой есть два... Значит, отображение P. P от X tau у нас просто X. Вот, итого у каждой точки два прообраза. И локально
давайте возьмем в окрестности точки x маленькую координатную окрестность, ну, любую окрестность, которая связана и лежит в одной координатной области. Тогда ее прообраз этой окрестности разбивается на два кусочка. Там, где... Значит, есть два способа. Это окрестность, поскольку она координатная, она ориентируема. Значит, есть две ориентации, которые... Есть понятие согласования ориентации в точке x и во всей окрестности. Они разбивают прообраз окрестности на две точки. Это разбиение дает нам топологию на накрывающем пространстве. Мы просто объявляем эти две окрестности, два куска открытыми и отображение непрерывным. Говорим, что ну, открытое множество, база топологии — это половинки прообразов открытых множеств здесь. Для ориентированного пространства это неинтересно? Для ориентированного случая это просто прямое произведение. Да, как... А вот для неориентированного — это нормальное, хорошее двулистное. Оно в любом случае накрытие, очевидно. Очевидно, что это накрытие, но есть два случая. Либо накрывающее пространство связано, либо оно состоит из двух компонентов. Сколько накрытие двулистное. Вот это ориентируемый и неориентируемый случай. Свойства. Значит, это в общем, я определил отображение. Топология вводится, понятно как. Вводится, понятно как. Потому что описывать это словами на доске мне не хочется. Я определил, точно так же вводится и дифференциальная структура на М с волной. И дифференциальная структура на М с волной. Так, чтобы P было локальным дифеоморфизмом и накрытием. М с волной ориентируемо. Свойства. Главное свойство. Ну, P — это двулистное накрытие. Двулистное накрытие. Это просто из конструкции следует. И локальный дифеоморфизм, то есть на уровне гладкой структуры тоже все в порядке. Второе, М с волной, оно само ориентируемо. И на нем просто вот эти самые вторые компоненты тау дают ориентацию М с волной, правда? Вот каждый из прообразов, он снабжен воспоминаниями о том, какие базисы внизу мы назначали правильными. Вот они же будут правильными наверху. Так что я накрыл любое многообразие ориентированным двулистно. И есть два случая, либо внизу было ориентируемое, либо нет. От этого зависит, связано накрывающее пространство или нет. Третье свойство. Накрывающее пространство связано. Тогда и только тогда, когда исходное не ориентируемо. Ну, почему это так? Давайте заметим, что перенос ориентации вдоль пути – это то же самое, что поднятие пути в М с волной. Очевидно. Вот. Ну, значит, если есть не дезориентирующий цикл, он переведет нас из одного листа накрытия в другое. А если его нету, значит, не переведет. То есть невозможно. Ну, смотрите, обратно. Если оно связано, то возьмем путь от одного прообраза в другое, вниз он отправится в дезориентирующий цикл. Так что связность накрывающего пространства эквивалентна существованию дезориентирующего цикла. Но кроме этого существуют еще какие-то другие мнения, да? Ну, мало ли какие бывают. Значит, два следствия я хочу вот сказать, прежде чем закончу. Первое следствие. Перенос ориентации вдоль пути зависит только от класса гомотопности. Перенос ориентации вдоль гомотопных путей одинаковы. Давайте немножко, чуть-чуть я вас помурыжу на пару минут больше. Перенос ориентации вдоль гомотопных путей одинаковы. Ну, потому что это поднятие. Вот в это накрывающее пространство одинаковое. И следствие второе. Любое односвязанное многообразие ориентируемо. Ну, потому что односвязанных пространств нет накрывающих, кроме тривиальных. Ну, связанных накрывающих линейно. И второе. Любое односвязанное, в частности, сфера многообразие ориентируемо.
Ну, можно накрытие вспомнить, а можно из первого выводить. Да, если оно односвязано, то все пути гомотопны, значит, перенос не зависит от пути, значит, все. Значит, нет дезориентирующих циклов. Любое односвязанное многообразие ориентируемо. Вот. Они ориентируемо имеют в своей фундаментальной группе вот так вот разбиение на два класса. Дезориентирующие циклы и сохраняющие ориентацию цикла. Сохраняющие ориентации являются подгруппой индекса 2, потому что двулистное накрытие ей соответствует. Ну, это все на сегодня.